Дорогие друзья, настало время парочки мелодикламаций, стихи и музыка. Выступает Ольга Туркина, Владислав Черейский, это я, то есть. Мы называем сейчас проект «Ферзь». Пару вещей для вас исполним. Практически новорожденный проект. Потихонечку появляются новые вещи. Оба этих стихотворения я успела прочитать Галине Сергеевне. Был отклик очень для меня важный. Это хирургу посвящение. Тебя ради доставала лучшее. Получится ли? Не получится ли? Луч, шея, я узнаю тебя. Бесформенной улыбкой пытаясь целовать камейный лик твой. Ты обняла, пальцы пустили в корни. Стон палаты, туго завинченный в мрак, раскрошился в смех. Свернувшись чадом на груди у чуда, вижу, белизна халата просвечивает огромную, стучащую за всех. Вторая композиция называется «Цветы». Написана она... Я только, наверное, пришла в Лито давным-давно, где-то через... года полтора после этого. Старенькая. Расскажи мне, что делается с душами цветов, когда те умирают? Цветы все, и все цветы. Готов ли ты поверить? Но ты сам... Лишь на рассвете и ручьями у тебя их аромат струится сном явь теребя. И пластика откинутой руки цветок напросто брошенный, живой, жилистый цветок, отброшенный приливом сна, так просто. Все есть цветы, шепчу, пугливо озираясь, вон в окне их целые поляны, да под белым цветком солнца намокшие цветы в осколках вазы на столе. Глаза наши — цветки, и сердцевина в нас смеется точь-в-точь цветочным смехом и орет точь-в-точь немым криком цветка, цветочным горем, в клочья собой накармливая жизнь. Вся жизнь — цветы, их стая то четно, то нечетно, но точено всегда. В конце — цветы у изголовья, и у ног — цветы в начале. Вон твоя рука, цветок, только рука, и глаз уже не надо, видя, как схожа твоя кисть с цветком опавшим, как, источая вкус цветочный, истончается кожа, что человеческой казалось еще вчерашним днем. Скажи, что делается с душами цветов? Спасибо большое, а музыку написал Влад Черейский. Раз, два, три, четыре. Дмитрий Волчек. Поэт Дмитрий Волчек, да. Есть такой.